прочту 2 или 3 стихотворения из мини-рубрики «Наш город». Так, сейчас вспомню, какое же первое-то. Архитектура 21-го. Дома, как из кубиков Лего, прохожих тусклые лица, как вычурно и нелепо. А сон все снится и снится, войну объявив классицизму, идет наступление бреда, и пленники сюрреализма отпразднуют нынче победу. Покрытие, как зеркало тролли, где в центре зрачок преисподней, и вздрогнуло сердце от боли в предчувствии кары Господней. Церквушка на Косогоре скосилась от непонимания. Ползут, как черви истории, бульдозерные компании. Зловещая темная сила разрушила музыку в камне, и тень газоскреба Годзиллы еще угрожает по камне. Но радуги пестрая лира зависла над многоэтажьем, а нас сотворение мира все та же, все та же, все та же. Еще одно стихотворение. Я, если можно, одно заменю, которое у меня там было, на другое. Или нельзя. Значит, Петербург, он слишком покажется, может быть, такой слащавый. Ну, оно, у меня все коротенькие. Но если можно, я его заменю на другое. Ну, лучше его прочитать, тогда еще Ну, хорошо, ладно, тогда менять не буду. Петербург. Призрачность, метафизичность Петербурга, поэтичность, сдержанность, созвучие линий, охренный и бледно-синий небосвод, чуть замутненный, итальянские колонны в северности Невских вод преломляются, дробятся дуги арок и мостов в геометрии пространства над заснеженным палаццо. Парафраз колоколов. И в заключение, 3-е стихотворение, тоже из этой рубрики «Метро». Метро, как черная дыра, людей и время поглотило. Чем глубже, тем мрачнее сила, непредсказуемей игра. О, милый, бедный червячок, он не рыхлит родной землицы. Там смерть бессменные глазницы зажжет, когда наступит срок. Зияет черная дыра, как взрыв неведомой планеты, где лабиринтов километры, и нет ни завтра, ни вчера. Я часто очень сталкиваюсь, ну, с явлением жителей Петербурга, не обязательно коренные, кстати, но многие даже, вот кто приехал сюда достаточно давно, они против того, что, ну, часто в городе происходит, ну, там, сносятся дома, да, и там возводится что-то свеженькое. Вот очень часто, ну практически... катастрофически часто я слышу, что вот эта вот тоска по старому городу, ну, которому на самом деле всего, ну, там, 300 лет. Ну, это не древний город. Ну, это город с точки зрения архитектуры, ну, с точки зрения архитектуры, будем говорить откровенно, плагиат. Ну, весь. Ну, практически... Может быть, компиляция, точнее. Ну, может быть, да. Плагиат неправильный, да, слово. Скорее всего, реплика. Реплика в сторону, например, там, Италии, Франции, там, ну, то есть, ну, Париж, да, постоянно развивается архитектурно. Это нормально. Город должен развиваться. Да, да, да. Почему? Ну, вот просто хочется узнать у вас. Так, почему конкретно вы... Ну, вот именно вы, сожалеете по
возникновению в городе новых даже архитектурных тенденций. Причем, вот, например, я, конечно, не архитектор, да, но я некоторым образом знаком с людьми, которые занимаются этим бизнесом, и они говорят о том, что город должен развиваться, это нормально, он живой организм. Даже Рим развивается. Есть, конечно, историческая зона, которая, да, вот, ну, там, ну, так извините, Риму сколько лет. Вот. А, например, ему много. Да, ерунда. Нет, ну на самом деле много. Но я говорю, даже Рим развивается. Так. А Питер еще не очень древний город, и он обязан развиваться. Он должен быть молодым постоянно. Петр Первый его создавал как молодой город. А мы, получается, хотим, ну, так, я не знаю, законсервировать его в том виде, в котором он... Николай, дело в том, что Рим такой, как сейчас, существует благодаря тому, что всякие умники не сносили дома там много лет назад. Поэтому там не сносили. То, что не представляет архитектурную ценность, там сносилось, поверьте. Ну, сколько там снесено? Так, я отвечаю вам на вопрос. Да, да. Значит, очень кратко. Идея, доведенная до абсурда, отрицает саму себя. То есть вы сказали «развитие». В эти есть развитие, а есть деградация. Вот и все. То есть я не вижу в этих новых, так называемых архитектурных, я не буду их так называть с таким высоким слогом, вот этих вот уродов, скажем так, которые, ну, допустим, в Приморском районе, я не вижу в этом развитие. Это ужасная деградация во всех смыслах. Значит, это самое, имеющее под собой какую-то вот депрессивную, негативную направленность, такую даже жесткую. Они не просто, то есть их не сравнить с бывшими хрущевками и коробками, понимаете? Это было просто нечто безликое. Вот, хотя в этом никакого, это не была архитектура, это просто геометрические простые формы. Это, здесь немножко формы усложнились, но... Что вы испытываете, когда вы смотрите вот на эти вот гиганты, понимаете, с этими зеркальными черными покрытиями и какими-то ломаными башнями, когда ребенок маленький будет смотреть, что в его душе созреет после этого? И тот, который родится в центре и будет смотреть, допустим, на Адмиралтейство там и прочее, есть разница между этим и тем? Там что-то угрожающее. То есть я не имею в виду, что ну, новое что-то плохо, а то, что это враждебно, и оно, понимаете, как будто оно направлено на убийство души. Вот в чем дело. Позвольте, я добавлю, чтобы было более понятно. Дело в том, что Петербург изначально он изначально был спроектирован. То есть уже изначально... Что изначально? Ну, то есть изначально уже было решено, какие дома будут иметь фасады. Застроился фасад, застроился первый этаж. И получается сейчас все эти новоделы, они просто ломают весь ансамбль. Это вставные зубы. Совершенно верно. Челюсти, можно сказать, даже вставные. Они, вы понимаете, было такое понятие о доминанте. То есть в Петербурге, когда он планировался, были запланированы определенные доминанты. Значит, они были красивы по архитектуре. Вот Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Смольный. Казанский собор, Смольный. И они выступали. И вы понимаете, сейчас идет нарушение вот этих доминант. То есть, если человек стоит, он вот видит Смольный собор, а из-за него возникает такой зубчатый вот этот вот уродец. То есть нарушается не только вот то место, где его построили, но вся перспектива. Вот в чем дело. Гармония. И он уже испорчен. Он уже испорчен. Там на Исаакиевской площади строили какую-то стеклянную гостиницу и так далее. То есть раньше в центре, во всяком случае, не строили. Или строили так, где-то там в Купчино, это самое, чтобы не было нарушения перспективы. То есть оттуда уже не было видно из центра вот этих вот коробок там в то время. Хрущевок и прочее, Брежневок. Но ну, все вот. Новое нельзя отрицать, понимаете? Можно отрицать некрасивое. Ну, то, а это вы считаете красивое? Но есть, это именно есть, диссонирует. Я считаю, что есть очень неплохие решения архитектурные, которые ну, прекрасным есть, образом вписаны в единичное поле зрения. Но они же есть. Нет, подождите, но они же есть. Они есть. О том, что, вот вы сказали, Приморский район. Приморский район – это спальный район, о чем мы говорим? Ну, о чем говорим? Что? Мы за Луанских, это был глубокий загород. В то время, когда небесная линия Петербурга выстраивалась именно в том виде, о котором вот вы говорили. Сейчас это уже не загород, вот. Вы же сами но, понимаете. Подождите, но говорить это о строящийся том, район. Что, в так, спальном районе. Ну да, ладно. Еще есть вопросы. Ксения,
сейчас, к сожалению, не слышал вашего стиля, а когда я читал в интернете, но имеешь претензии. Я, если честно, не вполне понял, что вы имеете в виду. Пленники сюрреализма празднуют нынче победу. О чем? Ну, те, которые подсели на сюрреализм. Люди. Вот и все, пленники. Читайте Дали. Сальватор Дали. Все вопросы, да? Спасибо всем.